арбуз Танго от фирмы Вильмарин. Семена мелкие, обработаны тирам и окрашены зеленый цвет. Высаживаем сегодня, 5 мая 2022 года, сотую кассету. Новинка для нас. Посмотрим, как он себя покажет. Арбуз поздний, вытянутый, расцветка кримсон. Растение в фазе цветения, завязей пока еще нет. Даже за редким исключением. Похоже, что этот арбуз позднего срока созревания, потому что завязей еще почти что нет. Вот есть некоторые, только-только начинаются. Плеть очень хорошая, агрессивная прям. Арбуз от фирмы Вильмарин, называется Танго, рубашка кримсон, плод красивый, выровненный, и урожайность тоже хорошая. Сегодня 24 августа, это один из немногих арбузов гибридов, которые выдержали всю летнюю жару, находится в хорошем состоянии, не погорел, кстати говоря, и плеть нормальная. Вот сейчас она начинает просаживаться, усаживаться. Это говорит о том, что арбуз массово поспевает. Сейчас посмотрим. Здесь у нас сухой барашек. Говорит о том, что арбуз спелый. И лопатка, которая, по-видимому, уже разрушилась от времени. Ее нет. Смотрим. Килограмм 10 в этом арбузе есть. Он тяжеленький, плотный, звенит. Лопнул. Да. Говорит о том, что влаги в нем много. Здесь мы видим ярко-красный цвет мякоти, маленькую семечку черного цвета. Сочный, сладкий и холодный. Очень вкусный. Арбуз Танго. Сейчас будем танцевать танго, собирая его в кучки.